Навыкам первой помощи обучатся бойцы снежного десанта перед следующей выездной акцией. Проводят мастер-классы сотрудники Краевого центра медицинской профилактики и наркодиспансера. Кроме того, студенты-волонтеры прослушают лекции о здоровом образе жизни. В том числе этими знаниями добровольцы отряда будут делиться с детьми из краевых сел. Мы пытаемся им рассказать больше в игровой форме, потому что там маленькие дети. А чтобы серьезно, это мы уже классом 8-9 рассказываем. А с 5 по 8 там в игровой форме все происходит. Такие встречи с волонтерами медики проводят третий год и уже сейчас могут подвести положительные итоги. Например, за последние 5 лет число курящих в крае снизилось на 15%. Мы видим повышение интереса именно группы молодых людей от 10 до 30 лет к вопросам здорового образа жизни. Мы видим снижение распространенности вредных привычек. И таким образом здоровая молодежь в дальнейшем нам даст для общества здоровые семьи.